Верховная Рада продлила особенный статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. За законопроект президента Петра Порошенко проголосовали 245 нардепов. Отмечу, ранее этот законопроект поддержали наши западные коллеги. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛА, чтобы сохранить санкции по отношению России. При этом депутаты уверены, закон нужен, чтобы не позволить Кремлю отменить также и санкции ЕС. Мы его поддержали, и таким образом никто не сможет обвинить Украину, что мы выходим из мирного процесса, не хотим мира. Це закон не проти України, це закон проти Російської Федерації, бо це закон санкцій. Давайте не дамо шансу Росії спригнути із санкцій українськими руками.